Мы прилетели в Краснодар. Вот. Замечательный день, замечательная погода. Замечательный Махмуд. Я хочу сказать, что сейчас вот приехал в аэропорт. К сожалению, я приехал, он уезжает. К сожалению, день рождения только раз в году. Вот. Человек для меня артист номер один. Это не только невероятный музыкант и певец. Я просто покажу глаза, что я не вру. Вот. Он на сцене создает безграничное количество палитры музыкальной в аранжировке. С ним рядом растут даже самые-самые крутые музыканты, чтобы вы знали. Он невероятный парень. Плюс еще мой родственник, мой друг, мой брат. Дамы и господа, человек, который постоянно прячется, Алексей Чумаков. Вот мы с ним встретились. Я вчера написали песню «Лошата ми кантар». Нет, написали песню про Новый год, который никак не запишем. Я текст уже делаю. Он уже текст делает, так что... На-на-на-на, с Новым годом, на-на-на-на, будьте здоровы, на-на-на-на. У нас очень разные тональности. Я просто терцию подкладываю. Музыкант, великий музыкант. Всем привет. Вот. Номер один артист. Это мой любимый друг, брат, родственник, мой Алексей Чумаков. Наш Алексей Чумаков. Где ваши аплодисменты? Ну, где ваши аплодисменты? Есть вот Николай Басков, это он, золотой голос России. Филипп Киркоров, царь. Да. Сергей Пенкин, принц серебряный. Да. А вот это... Нет, ты просто артист номер один. Все, мы вас любим. А теперь я поехал специально сделать массаж. Я тайка. Да, и я еду уже на выступление. На велосипеду. Все, мы вас любим.